Всем привет! Меня зовут Анна. Приветствую вас на моем канале, где я рассказываю о парфюмерии. Сегодня поговорим об искрящемся экзотическом аромате Coconut Fizz от бренда Guerlain. Туалетная вода Coconut Fizz, кокосовое шампанское, выпущена в 2019 году. Относится к категории фруктовых фужерных ароматов. Парфюмер композиции Delphin Gelk. В нотах заявлены бергамот, кокосовая вода, фрезия, кокос, арбуз, сандал, древесные ноты. Coconut Fizz – это экзотическая кокосовая вода с фруктовым оттенком. Туалетная вода Coconut Fizz входит в линейку Aqua Allegoria, созданную в 1999 году. Так, Aqua Allegoria была создана как дань уважения легендарному Eau de Cologne Imperial, выпущенному в 1853 году. Так, по задумке парфюмеров, линейка Aqua Allegoria сочетает в себе свежесть Eau de Cologne и стойкость парфюмерии от Guerlain. Что касается флакона Coconut Fizz, он очень изысканный, покрыт золотистой вуалью из сот. Что касается крышечки, она достаточно увесистая. На крышечке изображена пчела. Это символ дома Guerlain. Закрывается с характерным щелчком. Мой флакон 75 мл. Также есть флаконы объемом 125 мл. Конечно же, у данного аромата есть как обожатели, так и хейтеры. Так, например, можно найти информацию, что кому-то данная туалетная вода пахнет дешевым огуречным лосьоном. Кто-то слышит в ней исключительно сочетание огурцов и укропа. Многие жалуются на недостаточную стойкость данного аромата. Поэтому, прежде чем покупать Coconut Fizz, обязательно попробуйте данный аромат на вашей коже. Я отношусь к поклонникам Coconut Fizz. Мне очень нравится звучание данного аромата. Это свежий кокосовый коктейль. На лето идеальный вариант. На моей коже аромат держится примерно 3-4 часа. Для меня Coconut Fizz – это беззаботный летний аромат, который хорошо подойдет для работы, учебы или же для отдыха. Если вы еще не знакомы с данным ароматом, то я советую вам с ним обязательно познакомиться. Возможно, он станет вашим парфюмерным «я». Я надеюсь, что мое видео было для вас интересным и полезным. А на этом у меня все. Пока!